Привет всем! Сегодня хочу рассказать вам о новостях проекта LEGO Ideas. Дело в том, что вчера компания LEGO анонсировала сразу три проекта, которые появятся в продаже в следующем году. Мне очень приятно, что я принимал участие в продвижении двух из них. Но особенно приятно по поводу проекта LEGO Ideas «Пиратская бухта». Мой знакомый по Instagram выложил проект на сайте Ideas 8 февраля. А уже 9 на моей страничке в Instagram, как вы видите, я сделал пост об этом проекте. Пост имел большой успех, и людям очень понравился проект. Мне, в принципе, тоже. И поэтому уже на следующий день, 10 февраля, на канале вышло видео, и вот вам отрывок из того видео. Первая работа, этому автору я сейчас помогаю по мере возможности, его проект, вот этот вот, он выдвинул в LEGO Ideas. Что это? Это пиратская бухта, которая выглядит великолепно. Очень детализированный проект, который я бы мечтал увидеть в LEGO Ideas. Как видите, я оказался прав. Прошло всего 7 месяцев, и проект не только набрал 10 тысяч голосов, но и был выбран как один из трех следующих проектов Ideas. Надеюсь, компания LEGO не слишком урежет набор, а дизайнеры компании постараются, как и в случае с набором «Корабль в бутылке», сделать только лучше. Согласитесь, вот даже сейчас выглядит реально очень прикольно. То есть тут много есть различных помещений, это многоуровневое здание, где есть и бар, и комната капитана. Также это все стоит на синей пластине, думаю, в LEGO все также будет стоять на ней. Ну и, конечно, набор знатный, мне кажется, выйдет, один из лучших в Ideas. Еще один сет, который я также рекламировал в Instagram, но добавил я к нему интереса только после того, как он набрал уже 10 тысяч голосов. Это пианино, которое играет. И сделал это пианино талантливый самодельщик из Гонконга, который еще и является учителем музыки. Вот это действительно очень креативный проект. Жду не дождусь, когда компания LEGO его доработает и выпустит в продажу. Редко выходят такие наборы, которые вот действительно хочется купить. Для меня это был «Корабль в бутылке», «Книга сказок», конечно же, «Старый рыболовный магазин». Но я совсем не оценил такие проекты, как «Женщина НАСА» и так далее. Здесь же конкретно уже второй комплект, который прям бомба. То есть есть видео с вот этим пианино, и там прям совсем все нереально круто происходит. Очень сложные механизмы, не понимаю, сколько этот набор будет стоить, насколько его сильно урежут. Но пока, конечно, очень бы хотелось иметь в своей коллекции вот такую вот штуку. Третий проект, даже сложно о нем говорить, он сделан по улице Сезам, это мультик, и я его никогда не смотрел. Будем оценивать как сам комплект, это улица, это апартаменты. И так-то, конечно, он яркий и прикольный. Пока выглядит как очередное дополнение к городскому кварталу. Только вот более яркое и более мультяшное. Здесь очень детализированное помещение. Классно выглядит сам дом, очень реалистично на самом деле в мерках вот этой темы. Вы напишите вообще, насколько похожи персонажи, так я не разбираюсь в теме. Что могу отметить, так это то, что внутри прям вот реально здорово. Есть много помещений, связанных с жизнью героев. Очень классный комплект, так-то я бы его хотел иметь в своей коллекции, даже несмотря на то, что в теме не разбираюсь. До того, как закончить видео, хочу вам предложить перейти на другие видео на канале. Много всего прикольного выходило. Напишите, какой из наборов ждете больше всего и какой планируете брать. Поддерживайте, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока!